проветрились, да? Ну, повисим тогда. Нет, это как раз повисеть нужно. Для поясницы. Сегодня целый день в поясе ходил, а потом снял ухо. Хорошо. Все, камера работает наша, да? Да, отлично. Ну и начнем с него. Да? Получай. Начнем с него, ну, чтоб вес не менять. Ген, а ты к рыбалке остыл? Сейчас же она плывется. Не, по-моему, нормально. По-моему, нормально. Так, тазик. Тазик надо сюда выпадать. Давай, чуть-чуть надо туда. Чтоб удобненько тебе было, удобненько? Да, вроде как удобненько. О, вот это твое. Еще разок дави, чтоб ты хоть это проснулся. Проснулся? Да, то, что проснулся. Ну, другое дело, да? Так ты вообще один вчера в бане был, да? Без никого соседей? Нет, там народ. Нет, в смысле, сам пошел там. Ну да. Понятно. Опять жопа задрата, чуть вперед надо. Вперед надо? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть. Нет, наоборот, туда, наоборот. А, вперед. Мне вперед, туда, вперед. Туда. Еще, нормально? Ну, давай. Давай. Легко. Уперся так ты? Примерился, а потом так раз. Ну да. Ну давай 260 тебе поставим. Да, да. Вот и там он, это хозяйский, ведь? Это не Юрик там этот, не Юрик, а Прудыш, сосед мне по гаражу. Ой, какой там сосед по гаражу. Там их два брата, старший и младший. Ну и тут младший брат. Ложись поудобнее. И 260 легко пошло. Да подупился, да. А, 300 ставьте тебе. Ну да. Заупасился за надо. Ну, вот там что-то на 8. То есть за один раз 6, это 8, 13. Вот так вот. Вот это охота. Ну да. Да к нему залезь. Охотится. Это 300 легко пошло, Саня, можно добавлять. Ну что, добавим? 320. Одну, да? Или маленькие две? Не, мы не так, может вот так ложили. Удобненько так, все тебе, чтобы это ляж, все так. Распластай. Угу. А зачем ты все лапками помогал? Просто. Никуда не знал, куда лететь. Ну, ты себя помогал или нет? Не, я держался просто. А, просто держался? Не. А ты вот за это вот взялся? Да, что-то вот. Ага, ну отлично. Ага, все. Ну что, погорячились или ничего? Да не, нормально. Нормально, да? Нормально, отлично. Только, ну, скажу, что чуть дальше подвинуть. Ну, я ж ерзал, он спал. Спина на этом. Я и виска поднабрал, и виска поднаем. Ну, он не лишний. Ага. Кто говорит, толстый? Я говорю, какой толстый. Не? Нормальный. Кто говорит-то? Нормальный. Да там, на ютубе там. Все, кому не лень. Так, я. Ты не обращай внимания. То злые языки.
О, посыпаемся. Что, посыпаемся. 440. Номер, они все равно звонят. Засидели хлопцы. Кузнецы и дух наш молод. Саня, рассаду вы сами выращиваете или покупаете? Рассаду? Да. Выращивали сами. А сейчас не знаю, надо побереться в этом году. Сильно есть. Ничего, ну хлопок не снимал. Я знаю. Особенно та весна была. Ну заношу, выношу, заношу, выношу, блин. Что у нее растет просто. Я ж как это, пошел купил, сама пиляет. А? Вот такой. Ага, был это. Итак, один, два, один, два. Ну, зелень из-за того был, компостную яму такую приготовил. А вот я тебе говорю, что я вот на той земле что принес. Одинаковые грузы сажали там и тут, абсолютно одинаковые. Разных сортов, и там, и тут. Там ни одни не выросли, а все выросли. Что-то ты как рак покраснел. А я все так краснею. Понятно. Видно, что ты стыдишься малых весов. Не больно, удивительно. Тогда мне сразу до 500 уже больно было. Нога левая куда-то начала уходить. Ага. В сторону. Налево. Налево начала уйти. В сторону. Бугадуга.
И легко. И хорошо. Не так сказать, что совсем легко, но... Это 600. Ну да. Удобненько расположился, все. Пошел, да. Пошел, да. Хорошо, дело пошло. Я еще раз на 600 попробую. Поднял. И опять на правую сторону. Смотрел, начал. Да. И лозит. Да. Сам? Сам попробуй. Сильно состояния того нет, пробуем сами. Пошел, висяка. Легко пошло. Ладно. Хорошо. Как вроде раскушивал так. Как ты говоришь, эти звездочки побежали? Ага. Я шире беру, рук не хватает. Вот так, между этими берись. Ну да. Между самым широким, самым узким. Как... Чуточку пошире возьми, Саш. Вот как-то вот так, да, вот так где-то. Вот. И давай, давай. Вот. Отлично. Легко. Красавчик. 150. Ну так. Ты? Отлично. Пошел. Сбрасывай до 120. А у него группа? Ну да, у него приходит, занимается. Он сейчас хочет со спортсменами. То есть вот та-та-та-та-та-та-та. Вот это хорошо. Все. Дело идет. А?
штаны эти гадят. Сразу почувствую. Суставчики, локтевые, это все какое-то. Да, не пока это, пока нормально все. Тихо, нормально. Еще раз почувствовать. Удобненько. О, хорошо. А я еще за кустах. Штангу поднимал, ё-моё. Да. А куда мы денемся? А ты хочешь сказать, что ты не мчишь, что ли? Наоборот, дала возможность как-то передохнуть, перестроиться. Ты знаешь, как сопли достали в этот раз? Просто. А, так легки. Как соплегенератор какой-то работал. Табачок. Нюхательный. Сейчас табачка-то и нету ни хрена. О! Ну еще разок дави. Не, сейчас не буду. Не будешь? А потом я его домой завез. Сегодня он ездил, чинил, а завтра поесть надо, чтобы забрать. Так он уже забрал домой машину, да? Там стоит, поедешь, забирай, завтра с нами поедешь. Зачем ты с задницы подпрыгиваешь? Да она как перекатывается. Перед управлением, раз, подскакивает. Давай духу ему, Саша. Да это я говорю, духу ему. Да там и тут. Работа. Да, работа. Ну давай, ага, все, спасибо, Лев. Здоровья всем. Дуганул. Чуть, да я только дотронул. Ну так-то оно пошло и что-то дальше не продвинулось. Ну, да. Это я только приподнял, а выше не поднял. Ну ты. Тесно тебе, да? Сейчас сделаю. Нормально. Я не пойму, то ли я до конца упираюсь, что дальше она не идет. Я тоже не могу. Не до конца, она почему-то не идет дальше. Не знаю, я тоже вроде приподнял дальше, она уперлась. Ну да, вот что-то такое. Что такое? Что это за скрипело? Вроде это не я. Что за херня? Я нас открываю. Принцесса страшная была. А нет, такая красивая, здоровая. Хамхарелла настоящая. Здоровая. Может, открывала ворота. Что? Хорошо. Выходили. Такой же скрип, точно. Ё-моё, да? Что там такое? Где заскрипело? Что за скрипело? Ты устал, пиздец. Мы же делали, не скрипело сначала. Где? Блин, об эту трёт. Ну. Об что? Как дерево об дерево трётся. Что-то не понятно. Вроде зазоры везде, да. Слушай, смотри, где она, скорее всего, трётся. Вот это поднимается. Там она и скрипела. Вот, слышал, вот, справа скрипит. Вот, смотри. Это брусок касается. Точно. Чуть-чуть вперёд. Все, уже не будет. Уже не будет. Да. Ну уже не будет. Мы ее запятили. Зря вес набрал, что ли? Да. Я не бывает. Легко пошло. Ну, и пятый раз
Отлично! Помогли хорошо. Слушай, наслушай. Четвертый раз не особо, так я. Я на своем соке. Четвертый раз я отпустил, а пятый раз попробовал. Четвертый раз, да, на своем соке. Тебе живот. А пятый раз, раз, а ого! Ну, думаю, надо дальше качать. Так, снимаем. Давай. Пока запомнил место, где стоим. Да, тоже верно. Легко. Так, там легко. Это у нас? Это у нас 260. О, угу, видно, место поймал. Видно, клёв пошел. Зарисовай куда, не стою. О, еще разок мог. Да зачем, ладно? Зачем? А сколько там? Так какая разница? Дави. Костюм валенки, пояс белый, костюм зеленый, все по фэншую. Ну, со второго раза. Ну. А тут ты, наверное, нашел вот положение. Подожди. Нашел вот усилие, где оно это давится. 400? Нет. Значит, ставим 400 с дугой. Давай, найди положение. Ноги чуть шире, расставь, чуть шире. Да, вот так вот. Погнал. О, красавость! Мужчина. Пробило? Пробило. О! Вот теперь стало на место. Чтоб косточки стали ровные, крови хамыло и перестало быть. Ну, кради, то ты сейчас и поднимешь. Вот так. Вот это я понимаю. Все четко, теперь просто все будет идеально. 400. Не просто 360, а 4. Все, мы не это. Дальше не идем, да? Нет. А ну скажу вот так. Опа! Еще разок. Опа! Опа! Отлично. Отлично, мало уже. Правильное движение пошло, она сразу легче второй раз, а первый раз я... Еще разок. Не, нормально, падло. Нормально. Чистить. Ну, от положения сильно зависит, как подсядешь. Как... не следят? Нет. А так это GPS или это что-то другое? Что? GPS или это что-то другое? Это конкретно передает, если она подслушивает, конкретно через нее тебя слушают. Именно в батарейке, да? Да, именно в батарее. Потому что энергонезависимо получается. Ну да. Еще разок.
Отлично. Отлично. Нина, так и хочешь, чтобы по два раза. Нет, она лучше запираешься, чувствуешь. Ощущение, что легкотня. А кого? Попробую без нее обойтись. Как без нее? Пошел. Победа. Чисто. Отлично. Чистая победа. Пошло пока. Пока идет. Не. Ну чуть-чуть оторвал. Чуть-чуть. Спорно. Чуть-чуть. Да. Вот примерно как тогда, что оно вверх пошло, потом стало. Не, у тебя больше было там. Есть. Вот там как, прям как-то не хотели. Сколько тут? Как ты не старайся. 760. 760. Надо на 800 идти. Отлично. Чистая победа. Да. Сегодня я смог. Пойдем. Мне кажется, начал этот немножко подзакусывать уже там. Не, нормально. Нормально все, да? Нормально пошло, да. Опа, есть. Чистая победа. Чистая победа. Даже думаю, зацепиться. Отлично. Не на что. Отлично, да?